Здравствуйте, товарищи. Играем в Plague World, режим лекарства. Вообще, мы все патогены-то уже забороли на крайнем уровне сложности. Но, я думаю, вы обратили внимание, что здесь еще есть какая-то херня под названием болезнь X. Что это такое, хер его знает, здесь, по-моему, можно выбрать тип патогена, с которым вы будете бороться. Еще он как-то то ли настраивается, то ли что-то еще. Эффективность вот в... Там, давайте... Да. Короче, по-моему, можно просто еще что-то настроить. Все эти ползунки. Вообще, давайте оставим все эти ползунки по умолчанию. Чё я думаю-то? Я хочу попробовать побороться с бактерией, но так, чтобы не разрабатывать вакцину. Вот я давно уже думал попробовать такую херню, но мне пришлось вынужденно так поступать с биооружием. Посмотрим, можно ли стандартный... у стандартного патогена выиграть, не разрабатывая вакцину. В общем, я обратил внимание, что когда ты выкачиваешь там все эти меры, снижающие заразность, то как бы вообще люди начинают потихонечку выздоравливать. То есть до того, как ты разработаешь вакцину, все равно у тебя появляются выздоровевшие. Я вот думаю, если выкачать опять ту ветку, как мы делали за бактерию, вирус и паразит, а потом резко весь мир посадить еще на карантин. Вроде бы как должны все выздороветь, без разработки вакцины. И вот я это попробовать так и не успел. Давайте сейчас попробуем такую стратегию. Берем бактерию, как, наверное, самый простой здесь патоген, с которым можно бороться. Оставим ползунки все по умолчанию. Что у нас тут? Так, снижает глобальную заражаемость. Хорошо. Увеличение эффективности карантина. Вот меня смущает целевого карантина. Это весь карантин или какой-то тип карантина, когда ты сажаешь отдельную страну только на нее? Хер его знает. Ладно, пусть будет. Менеджер катастроф. Снижает потери репутации от смертей. Давайте от паники возьмем. Известный ученый. Хорошо. Так, а что здесь вообще? Сухопутным. Ускоряет анализ. Ускоряет разработку вакцины. Это все нам не надо. Давайте, да, пусть будет сухопутным путем на самом деле. Крайний уровень сложности. Так, ну поехали. Стандартная игра за бактерию получается, да? А, вижу, сука, все. Так, значит... Мытье рук. Отслеживание контактов. Сизнабор. Отслеживание контактов. Набор 2. Отслеживание контактов опять.
тесты. Отслеживание контактов. Опять тесты. Запасы дезинфектантов нам не повредят. Масочный режим. Дальше берем похеру все, что под руку попадется. Социальное дистанцирование нам нужно. Локальная изоляция. Надеюсь, автоматом она не начнется. Это, блядь, разработка вакцины. Так, где у нас жопа жопная? Это 20 очков, да? Очков. Наверное, я зря взял хуйню эту. Ну да ладно, хер с ней. Выздоравливают люди. Чрезвычайные протоколы. Так, что у нас тут Россия, мать? Что себе позволяет? Ну-ка, блядь, на убыль. Да, очков-то нет. Так, блядь, на карантин. Нужно для карантина взять тут все. 10 очков. Очков, да. Хорошо. Чё тут, блядь, в Новой Гвинее?
вылететь, проконтролировать все это говно. Так, Европа, сядь-ка, блядь, на карантин. Жопа, да? Карантин. Хотя нахер я Южную Америку на карантин. Северную на карантин. Африка на карантин. Великобритания пошла нахуй. Так, Азия на карантин, блять. 0-3 человека. Комбо заложи ближнего. Уровень несогласия снижен. Хорошо. Хорошо, блять. Тут 0, тут 3. В Мексике 1. Все, в Мексике никого. В США. Выход Великобритании из ЕС прошел спокойно. Так, ладно, ты Центральная Америка можешь буянить, у тебя зараженных нет. Индия, блядь, нарушает карантин. Вы что себе позволяете? Так, кто еще? Египет, да? В России 3000. Ну вот, блядь, приплыли сюда. Все ж было хорошо. А, может еще позакрывать сообщения. Новая Гвинея, да? Дайте им денег, дадим. Двадцать шесть, двадцать, 15 человек. Так, вот здесь вот у нас дохуя что-то зараженных. Один. Блять, Казахстан-то охуел. Везде прервем. Ноль, да? Два, один. Сука, ноль. Хорошо. Ноль, ноль. 29 рыл заражено. Блять, Казахстан, ты нахуй бы не пошел. Блять, я их тут лечу, сижу, они буянят, суки пидоры. Так, ноль зараженных, ноль, ноль, ноль. Ноль, блять, ноль.
Китае никого, в Индии никого. Да когда такое было, блядь? Никогда такое, такого не было. В Японии никого, тут никого. Россия, блядь. Никого, никого, никого. Заебись. Летим в Казахстан, в рот он ебись. Так, морское... Морское прекратить. Норвегия, заткни фонтан. Да идите вы нахер сами. Так, я вроде Мексике заплатил. Один человек. Ноль. В России. 13, 12, 13, 10, 9. В России 1. Блять, Мексика, иди нахуй, а? Ноль, 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 блядь, 4. Норвегия. Блядь, лечащих, они недовольны. 1, 0. Так, 0279-1, Центральная Европа. Мы летим к тебе. Да, блядь, Мексика. Так, блядь, 14. 3 рыла. Да Мексика, блядь. Что ж за ебучая страна, блядь. Растет неприязнь к стране Испания. Ну заебись, правильно. Привези, блядь, мне в Японию пидоров зараженных. Давайте мы в стране Испания порядок наведем, чтобы она, блядь, не рассылала мне тут зараженных по всему миру, сука. Я чую... В Европе надо, блядь, и воздушное сообщение прекращать. 2-1. Ну где этот пидор, блядь? Да, либо выздоравливаю, либо помираю уже. Да суки вы пидоры. Ой, блядь. Германия, как не стыдно, блядь. Зараженных по всему миру уменьшается. Блядь, Мексика.
Так, а в Китай не привозили, да? Так, кто буянит, не понял. В Китае уже все нормально. Два рыла найти. Блять, Мексика, ты заебала реально. Да, блять, найдите вы этого одного пидора, хорошо. Летим в Германию, в рота наебись, блять. Нацисты ебуть. Да, блять, Мексика. Чё, издеваешься, сука? Так, Италия. Да, блядь, ебучий ты конь мексиканский. Блядь, сухопутно им, что ли, перекрыть? Да Мексика, блядь. Что Англия себе позволяет? Так, а если Африку с карантина снять? У них же... Тут же нет зараженных вообще во всем континенте. Давайте попробуем. И в Азии, я так понял, все нормально. Снимаем потихонечку. Так, 900 тысяч зараженных. Опять где-то растет, блядь. Так, а почему в Европе, блядь, порты... Должно быть закрыто ведь сообщение, блядь. Да Мексика, иди нахуй! Почему открыты порты все, блядь, в Европе, когда должны быть закрыты? Все тут выкачаем нахуй. Блять, Мексика. Что за ебучая страна? Этих блядей лечишь, они... Да Мексика, иди ты в пизду, блядь! Попрошайка ебаная, блядь. Вроде не Украина, блядь. А пиздит постоянно. Да ты заебала, блядь. Ладно, полетел. Лечим этих пидоров. Так, в США... Да блять. В США был один. Выздоровел, либо помер. Так, чё по Южной Америке? Южная Америка. Слезай с карантина. В
мире 9 человек заражено. И все они, походу, в Мексике, блядь. 5 человек, да и в мире 5. В мире 4 и в Мексике. Ща мы вылечим этих блядей. Европа, снимайся с карантина. Все. Болезнь побеждена. Да, оказывается, можно не разрабатывать вакцину. Только долго, блядь, что-то получилось. Но так все нормально. Смотрите. Замысел мой сработал изначально. То есть мы никак с биооружием не отстреливали всех, не давали странам целым и континентам вымирать нахер, а просто контролировали ситуацию. Да, замысел мой сработан. Ну, теперь, наверное, окончательно мы завершили это обновление в Plague World. Всем спасибо за просмотр.